Light – это меховое ателье, и у нас в работе сегодня дубленка. Наша задача. Дубленка у нас длинная, в пол практически. Мы имеем такой большой рюш, что весьма для нашего кроя это не особо выгодно, конечно, но варианты какие? Какие есть? Идем дальше. Наша задача – увеличить дубленку. Увеличить примерно сантиметров это на 14. То есть у нас совершенно другой размер уже у клиентки. Также увеличить объем рукава, ширину груди, спинки и превратить в косуху. Но при этом, конечно же, у нас будет короткая длина. Смотрите наше видео дальше, как мы это все будем делать. Приступили к работе с дубленкой. И теперь дубленка наша выглядит вот таким образом. Снимаем наши участки дубляжа, ну и приступаем к крою. Продолжение работы над дубленкой. Сейчас происходит у нас крой. Уже раскладка по меху прошла. Мы уже разметили, куда, какую детальку мы ложим. Ну и дальше приступили к крою. Это наш рукав, наш будущий воротник. И наши кокетки укладываются по направлению ворсинки. Приступаем к выбору молнии. У нас есть три вида молний черных: золото, серебро и темный металл. И клиенту нужно определиться, что бы она хотела видеть на своей дубленочке. И представляю вам готовый результат. Наша дубленочка изменилась и выглядит совершенно по-другому. Как можете видеть, у нас достаточно объема, она свободненькая теперь, прямого силуэта. Наши молнии, естественно, застежка доверху. Если будет очень холодно, то можно, конечно же, застегнуться. И будет уютно и тепло. Также у нас стоит здесь проволочная тесьма, которая дает возможность регулировать уголки и направление воротника. Либо сделать его меньше, либо сделать его покрупнее. Вид дубленки сбоку и вид дубленки сзади. Конечно же, мы расширили ее и рукавчик расширили. Ну, в общем, теперь модная, стильная, новая дубленка. А дальше уже видео на девушке-модели. Представляю вам готовый результат уже на девушке-модели, как выглядит наша дубленка в повседневной жизни, на улице, с подобранным луком, как все вместе это смотрится. Конечно, дубленка уже смотрится модной, свежей, новенькой. Берите на заметку, ставьте нам лайки. Ждем ваших комментариев. Ну и ждем вас в качестве наших клиентов. До новых встреч. Пока-пока.